Нель, можно я расскажу Давай. кое-что? Да? Давай. Хотела рассказать, что вот насчет того, что ты говоришь, ну, когда ты, у тебя какое-то желание есть, и ты это, ну, как откровение, что ты что-то хочешь сделать, и, ну, очень часто, когда некоторые вещи длятся, ты начинаешь сомневаться, да. А в последнее время, ну, как Кристина сказала, что мы уже до этого с тобой работали, такая разрабатывается сильная вера, и ангелочки везде помогают. И вот мои девочки, то есть не я сама сказала им, давайте сделаем там шлинг-курс, а они сами ко мне пришли, говорят, так, Динара, давай мы так сделаем, так и так. Я говорю, хорошо, давайте все сделаем. Они прям сами помогают. Одна девочка сделала коллажку, там другая там это помогла. И последний раз шлинг-курс у нас был, самый первый у нас там было 35 человек. Это уже было для первого раза как бомба. И потом после этого... Они говорят, вау, это было так классно, давай мы сделаем еще. А для меня так... И самое интересное, что я к этому не прикладываю сильно усилий. Да. Да? Да. И это то, что не так, что вот как я до этого уже говорила, что ты вот что-то придумал, и вот ты хочешь это все объяснить, и как это все классно, и они должны делать это все вместе с тобой. А это идет как-то совсем по-другому, наоборот. Тебя прям как будто волной куда-то заносит, где ты сама бы не додумалась, да? Или даже бы, если и думала, то так бы, наверное, не получилось. Да. И вот самое так интересно, что даже если я не всегда могу присутствовать, как бы сказать, на уроках, если не получается, я все время подключаюсь, слушаю все, да, потом это перерабатываю, делаю House of Calm. И самое интересное, что внутренняя вера развивается сильно, и через это складываются совсем другие обстоятельства. Другие обстоятельства, точно, 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 да. Поэтому я всегда говорю, говорите каждый день, хоть по 100 раз, с каждым днем мои дела идут все лучше и лучше, с каждым днем мои дела идут все лучше и лучше, с каждым днем, прям ходите и говорите, и начинайте видеть, что обстоятельства складываются как вам надо. Не как они складываются, а именно как с каждым днем все лучше и лучше, все лучше и лучше. Папа, спасибо тебе. С каждым днем мои дела идут все лучше и лучше. Чем больше вы начнете говорить это, тем больше и лучше будет проявляться в вашей жизни все, что вы хотите. И каждый день не пропускайте, потому что мы привыкли, знаете, там сказать 2 дня, а потом 1 день забыть. Мои дела идут все лучше и лучше. Чем больше вы начнете говорить это, тем больше и лучше будет проявляться в вашей жизни все, что вы хотите. И каждый день не пропускайте, потому что мы привыкли, знаете, там сказать 2 дня, а потом 1 день забыть. Просто обнулевка происходит, вот ты 1 день сделал, такая вера у тебя, все, завтра ты не сделал, все, ты обнулил. Или ты неделю делал, а потом 1 день не сделал, уже обнулил опять. Это действительно очень серьезно, надо это делать каждый день.